В останні два тижні на всіх українських автозаправках зросла ціна на пальне. Водії скаржаться, кажуть, ціни зросли одразу на 30%. Терпець автомобілістам урвався, незадоволені вирішили провести акцію протесту. Зранку 11 жовтня водії, що були за кермом, зупинялися у крайній правій смузі, вмикали аварійну сигналізацію, фари і сигналили. Акція одночасно пройшла у багатьох містах України. Мітингарі стверджують, зростання цін на пальне штучне та необґрунтоване. Проте економічні експерти заперечують, мовляв, перерахунок цін має кілька причин, у тому числі є зв'язок із подорожчанням нафти і прогнозом на підвищення курсу долара на кінець року. Скорее всего, это сговор компаний заправочных, да, потому что, ну, реально нефть подешевела, да, а топливо поднялось. То есть это искусственное поднятие цен. Любая информация, она вызывает соответствующее движение в экономике. Первая информация – это то, что на мировых рынках поднялась немножко цена на тот нефть. Следовательно, во всей формуле сидит биржевая цена на нефть, она поднялась там, по-моему, где-то в районе 5-10 долларов за баррель, за бочку. Следовательно, пересчет пошел всех цен. Раз. Второе. Наши акцизы, которые в иностранной валюте выражены. Третье. Это ожидания, которые заложены тем же Нацбанком, когда он заявил, что доллар к концу года будет 30-50. А тот бензин, который мы завезли и выставили на продажу сегодня, нам надо будет через месяц закупать новую нефть, новый бензин. Правильно? Следовательно, через месяц мы прогнозируем курс, какой будет. Нацбанк нам объявил 30-50. То, что сегодня он немножко просаживается, это абсолютно ни о чем не говорит.